Когда Я уже вырванный у сидел. тебя оф, волк. Да. А куда ты закидываешь одну Ну, метагрипп? в аддон. Там в модификациях еще при выборе персонажа может галочки Если у тебя поставить. модификации стоит галочки на аддоне PGP Лутмастер, то он Смотрите, спас давай только много время. не агричь. Нет, Ну, или просто... лутишь мод. Оп, воронка. Надо просто диспелить станы, и все будет в порядке. Да Стан. не, чего? Давайте стоим тут, идите сюда. Сейчас будем агрить трэш, трэш эти павших. И заливаем. Сколько шредера еще воронок надо? Травиться. Ребята, я вам все воронки С двух отдавать буду сторон первым. мобы. Алло, отходим в угол сюда, давайте. Все, эти развернулись, я агрю тех. Не, я агрю этих. Поехали. Царь, Тех, ой, император же тоже. законтрольте тех. Ой, ребят, удачи. Пока. Только просто ну. Повезло, что Даю он прожимку. шань нажал. О, слушаю. Сука, блядь. Я чуть не понял. Почти докастовал ебаное, блядь, воскрешение и контроль. Давайте быстрее добейте. Добили. Дисплей. Я вам скажу, что здесь на трэше можно это, очки чести фарить. Да. Тут можно и ачивку делать. Сына роды, сына роды. Мастер, что ты говорил про воронки? А заебали, вы, блядь, покупайте себе также у богов воронки, не? Где Дали воронки? рез быстрее. Где покупать? У богов, блядь, покупайте, науки покупайте. А не ждите, пока сынок из гильдии вам упадет, блядь. Он раздавака пишет, две могу продать. Ну я три штуки купил, вот, и три теперь в гильдии. Да хорошо у тебя там по воронкам. Ресайте, 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 реснули. Поехали, следующий идет патруль. Можете Геру на нем дать. Воронки идут на тех, у кого есть Т5. Контрольте легионеров, в овцу и фир. Не открытые Т5. Не надо 30 воронок. Вообще кому-то пизды дам. Меня убить не должен, по идее. 30к уебал, в контроле. Блядь. Меня уебали. Хорош, блядь. Сомалийский. То чувство, когда в контроле дал бабу, в контроле тебе снился. Блин, у меня не отображается был ПГП. Хорош. Еще раз говорю, не продает этим. Еще очередь стоит. Казум, тебе сколько воронок надо? Три штуки. У него четыре шмотки будет. Шреддер тоже будет четыре шмотки, но я боюсь, что Шреддер это вообще не будет. Не, ну там... Он нихуя не поможет. Шреддер разочаровывать не хочу, его там особо не отметим. Дайте джиз, если есть у кого-то. Не знаю, о ком ты говоришь, как ты бисы впала говоришь. Сомалийский, ты не хочешь попробовать босса потом танчить? Хочу. Или он чисто магией бьет? Хочу, хочу. Забавно, чисто потестить, да, хочешь? Не отображается этот эффект? Я предлагаю следующую хуйню. Из-за того, что вот Шейпер не приходит на остальные РТ, но приходит только на РТ. Сосать ему не осколки. Предлагаю снять его нахуй с очереди. Потому что Плюс. У меня такое чувство, что он потом уйдет нас из гильдии, во-первых. Я это давно еще говорил, войду. Не то. Давай голосование, нахуй. Кто да, нахуй нажимает да. Ну, Шейпер тут давно. Не знаю, на что Шейпер идет. Тут давно, но он дохуя себе позволяет так же, блядь.
Не, Дживс, ну вот есть это у я не спорю, это некрасиво. Дживс, поставьте, пожалуйста. Вы про то, что он не приходит на ОКЗ, что ли, или что? Не только ОКЗ, он только... Кроме ЦЛК, он никуда не приходит. Ну, он... давай начнем с того, что он же я не понимаю, в что он на Украине. Я все понимаю. Но он только появился тогда, когда он должен был собирать осколки, блядь. То есть вам ничего это не подсказывает? Он говорил, что монитор там сломал, камень после битвы. Короче, с ума не блядь. А, то есть с камнем он может играть, когда осколки собирать. Когда не надо собирать осколки, он не может играть. Логично. Так, всё, блядь. Пошли тут. Пожалуйста, давай по три моба. Агрим просто, да и все. Агрики все. Окей. Ты этот самый это дашь? Голосование на снятие или нет? После арта это зима. Кто захочет остановить? Что за голосование? Снимать ли шредера? Ой, лучше первый сет. С очереди. Ну я не. Если бы там было 50 осколков мастера, я не знаю. Я бы там осталось 10 осколков. Это будем просто загонять его на шамана, да и все. Пусть просто бегает приста. Короче, снимать никого не будем, бля, делайте что хотите, но я вас предупреждал. Не, ну просто я считаю, там не то количество, 10 осколков осталось, плюс-минус там больше. У него 35 или 37 штук сейчас, я не помню. 38 написано. 38. Ну, чё, 41, списки? Видишь? Шредер пишет, 41 у него. Но смысл снимать я не вижу. С фугами да соберет, раньше у меня в гильдии себя расправит. Значит, Курва, когда я уеду, ты также и про меня будешь, да, говорить? А мы тебя, вот, там мы этим... Ты заморозишь себе нахуй пар и... И спойл. А никогда человек, мы собираем, блядь, на око нахуй. А он, сука, сидит в онлайне, блядь, и нихуя, сука, даже не пишет. Я ему, блядь, пишу, он даже не АФК был. Это сегодня он онлайн? Нет, на ОКе, когда у нас не было, спать не собрало. Не, а потом, ну, блядь, после приходит, говорит, а РО, убили? После РО, да, он это написал, ОКа убили, чё. Ну, может, его он отошел, мастер, ну, я не знаю, это так сразу. Я как бы понимаю то, что... Люди предупреждают о такой хуйне, блядь. Если им бы было не похуй на РД, они бы, блядь, предупреждают. Там боешься отдавить? Когда будете готовы? Мне отдали только... Только... Ой, назад что-то там. А дальше народ, шаг мне нихуя... Остальное я не следил по своему. Шредер выиграет, короче. На этой кольчужной ты говоришь, это говно там за 150 гол. Нахуй кому не нужно. 400. Ну, в том рейде говорю, в этом рейде не говорю. Вот там почти все эти шпо уешь. 480 голды, 3 боешки, 2 как голды, грубо говоря. Каждая копейка теперь важна, если откроет, например. Гильдхаус. А сколько там надо на гильдхаус? 1к голды. А если не откроют, что ты с ними делать будешь? Будут там стоять дальше, пока не откроют. Будут БК фласки, если что. Слышишь, а и даже можно воронки накупить. Да, воронки накупим, пожалуйста, мы мета-сокеты вам сделаем. В чем проблема? Гильхаус сколько стоит? 1 лям? Мы не знаем. Где-то не плюс-минус 100к, я думаю, будет стоить. Ой, 100. 1 лям, 1 лям, да, получается. 400 и... Следующий там уровень, я не знаю. А чисто теоретически, что он будет
2% это второй уровень, 2% всего тебе даст. Урона, статов и т.д. и т.п. Как каска, типа. Выгодно. Нет, каска дает. Смотрите, каска дает чисто характеристики. А то 2% всего будет. Вот просто всего возьмем. Только в рейде или на БГ тоже? На БГ вряд ли будет. Только в рейде, короче, понятно. Угу. А в миру, типа, ну, если не на арене, нет, это просто волк ПВП, типа, тоже будет работать? Ну, не знаю, он может, как... Баф он? Как баф? Возможно, мне кажется, будет отключаться, как вот этот Т5, Т4. На крестах. Скорее всего, оно будет иметь КД определенное, там, часто, 2-3, и это будет юзаться чисто на рейды, и оно будет сохраняться после смерти. По типу, а как будет бафа происходить эта покупка, если человек не может больше, чем 215к? Спасибо. Там на форум заявка делается, и как-то они потом снимают. Рыбу жрём, просто заходи на приста. Просто суммоним. Суммоните! Лре, суммоним. Релогнусь пока. Так. Мы сегодня... Теря, пойдём? Да. Пойдём. Чего? Я потанчу. Хила, не-не, смотри, у нас хилы. Три хила получается. Шо? В смысле? Мычи голову китами, он зад. А. Три хила. Понял? Паяц. Не знаю, что забирал. Блин, что-то мне премиум не приходит у нас часа. Да он баганный в последнее время. Дайте третью ауру. Возможно, не столько же. Шрайдер, дай третью ауру. В последнее время премиум приходит где-то часов через 5-7 после голосования. Не, все хуйня, надо полностью заплевать игру. И зайти на него. Это уже не работает. Да нет, там вроде фулл релог надо, где-то нету времени сейчас. Да, закрывать игру, открывать, оно сразу появляется. Кулаки поварам! Ша поменяю. Кулак по шаману. Что-то не хватает. Что-то не хватает. Гера. Я не помню, что тут делать надо. Выбегать на завод войник, выбегаешь с этого, с рейда и все. Тебе аддон еще и фэм будет. Ромка. Убежал. Стали все центры мелких заливаем, потом контролем. Мобов, которых я схожу. Надо будет заливать эту моба, сбивать косты. Сбивается косты с салом, рывками, станами. Или забыть кого приезжал, что бля, все фэм пишут, нихуя. Играем без метки, череп контроль. Стану. Череп, притяни. Эффект. Что-то подлагило. Эффект, слышал быстрее, кош. Нельзя менять ники, сами забывают ники. Это Миша? Да. Ооо. Он надоело быть мувой. Раздавак. Вышел с рейна.
Мува про, чё прикольный ник. Он не про. А ты не мастер. Смотри, у нас рекаунти флаг Украины. Я сантехник неплохой. Где ты видишь флаг Украины? Из порнофильмов. А чё, блядь, чё? Без метки. Костель. Притяните. Даю. Зелень. Коровка му. Без метки играем. Император, хорош. Есть вставалка? Положи. Как он сдох? ПХЗ. Ну не мог сорвать. Вот, пиздурки слишком. Награбы. Если написано мили, значит он его с руки выебал. Значит он сорвал. Я понимаю. Я понимаю. А как турбо нахуй Вайка сорвал, блять, агро? Очень просто, нахуй. Сирус, блядь. Точка су, блядь. Су-су. Сейчас под поясу только у турбо много играет. И все. Блять, у меня лужи нету, когда. Не знаю, что это делать. Мне кажется, тут подняли некоторые Т5, либо классы вообще. Ходили какие-то обновы? ХЗ. Вчера я лагал сервак, падал, может это обнова и было. Не, вчера скидки вводили. Они вчера, блядь, скидки вводили. Череп играет. Саджира, если ты скилловой чувак, когда тебя подбросить, можешь рывок сделать. Она исчезла. Когда меня подбросил. Я так сегодня с БГ вышел, Димон. Меня скинула с птицы. Я блинканулся на шадоустепе, блять, на моба и сдох от падения. Это же Сирус? Нормал. Вот вы так говорите, а Сирус за эту хуйню банит первым. Шарпи. Вылезь, бля! Чего? Череп играй. За то, что ты хуесосишь сервер? Да. С каких пор? На форуме, если хуесосишь, то окей, пизда. Да не на форуме, даже вот на стриме, если напишешь хуйню, они тебя вычислят. Тебе вычислят по IP, прикиньте, ну. Я шучу, они... И домой приеду. Если услышишь... Прислайд, выбил, вышел. Хорош. Что
там, кстати, у прислает? Да, у меня жопа горела, я рассказывал, что я всех мамок админов в кино водил, блядь, за баганое ООО. Меня что-то никто не забыл. Это было в простом чате. В общий чат причем, блядь, писал. В общем чате им похуй. Там как повезет, услышат они или нет, и нихуя не похуй. Вот видишь, Войт, когда ты взлетаешь, она уже исчезает. Она исчезает до того, как взлетает. Я раз попал. Так, кто говорил потом про релог, блядь? Так, похоже. Да там что за прислайта спрашивал? Что у него на роботе было? 12к. На свой гир, красава. Играем без метки. Стас! Подожди, а кто когда говорил про рывок, блядь, в эту метку, когда она исчезает до того, как ты в тур? Да пиздец. Ну опять я вас купил. Элрей. 2% у босса, да? Или... Это говорю, это микстурка и еще одна. Ты все равно, когда делаешь шарж, один хуй получаешь. Да маг получает. Да, я получил урон, я там где-то на прошлом каде так сделал один хуй урон. Молчать, блядь! Газ не сбили, суки. Суки, а? Да не. Вот не сбили, суки. Не сбили. Вот не сбили, кто-то таунт не нажимает, блядь, 19 секунд на мне босс висит. И поебать вот, вообще. Чулан, вот БР Турбо. Напишите. Же он жив. Только думаю, сейчас уже резнул, бафнул и ману залил. Вот вмешательство еще можно попробовать, но там смысла нет, ты приземляешься уже, когда крипы еще даже. Смысл это проживать, если один хуй урон проходит. Ну да, можешь вообще сдохнуть. Но это хуйня. Это, слушай, на Аларии, прикинь, там все-таки можно подниматься реально снизу наверх. Только надо, чтобы очень правильно стоял чилик, как на лече. Это на асфальтах спасаться, блядь. Угу. А он прям снизу забегает на эту стенку, я охуел. В тот раз тоже пробовал, думал, показал. Ебать, штаны. Штаны упали, латные? Они вые. Нахуй, блядь, они уже пятый КД. Ай, блядь. Ебать, пятая КД, блядь, подряд не падают эти. Смотрите, какие апокалы. Ты про забираешь? Апокалы, блядь. Рука. Апокалы, блядь. Чистим здесь? Впервые за два месяца не упал посох на дух. Блин, я случайно нажал. Ёпта. Стойте. Сейчас разрулят. Если я большая часть здесь, надо случайно аккуратно пулять. На филды тут чё? Нет, не тут. О, Виби, забирай. Ты хотел просто... Зум мейн спек, Виби офф спек, сомалийский офф спек. Забирает козу. Сука. А как вообще у Лока может быть офспек? Как? Ну, как? Типа, у меня меньше демон. Приоритет. Демон? Так, в смысле, у демона... Там как хосты у всех разные. Разные? Да. Там же навшили. Шмотки другие нужны совсем. Но. С духом. Если правильно демон, который чисто на баф играет, то это ж приоритет шмотки с духом. Да, он не ДПСит, но есть такой лох за альянса в этом Асгарда, который 2000 СПД дает. Представляешь, да, что это такое для рейда? Не, 2000 я не знаю, не, но если такое реально есть, вот, то это круто. Друиды, я подаваю же нам дачу, да, босса, ресните. Да танчи. Да похуй, блядь, танчи. Вы мне только... Кто танчил этого босса? Вы мне скажите, товарищ танк, почему вы там 19 секунд не нажимали? Я чё, наркоман, что ли? Босс кидает в рандомную цель стрелы. Там пофиг на танк. Вот когда он вырастает, он меняет цель.
Нет, там просто есть такая шкала, как угрозы, КТМ или ОМ. У меня угроза включена, я был первый по угрозе, турбо. Нет. Он рандомно вас кидает. Вот что ты врёшь? Врушка. Да. О, видишь, пан ворвался. Ну ладно. Ничего страшного. Отойдите назад. Сначала патруль. О, смотрите, мои фанатки идут, давайте сюда. Сучки, сюда. Молодцы, бля. Шо мои там? Фанатки на вокзале бомжуют. А с котласки и в танке, да? Подходите. А я один там? У того лока 20 тысяч с ПД. Зря бомжи дали, отходите теперь. Сейчас РДД, будет. Милики, все отошли. Спекнусь. Потестим пуху. Я ее одевать не буду, но потестим. Так, забрался Патриона. Отойдите от него. Отойдите, он крутит вихрь. Вихрь сбивается притяжкой, тайфуном. Да, чем-то. Но не рывком, блядь. Даже жаба не сбивается, он в жабе просто кастует. Я только что к слову в жабе. Такая жабуля такая всех на куках насаживает. Жабуля? Так, я ебал на этот рашид дохнуть, я в танк. Тоже спешно. Просто сразу. О, давайте, все в танк. Пока не смотришь, чистим, сразу на шамана прыгает. Надо, короче, спуститься вам вниз, чтобы трэш оттянуть сюда, потому что сагрится 6 пачек, если сюда подойдете. Оттягивай. Давай ты центриона держи. Не достаю. Слишком далеко. Ну, хорош. Не, этих пидоров. Угу. А один что там стоит, что ли? Ну, РДД помню. Можете в квадрат играть. Ну, корни заебись тема. Ну все, в корни и в РДД убьют. Молодцы. Хорошо, давай. Бери рыцарь. Я встану. Эти крутятся, да? Нет. Центурионы крутятся. Ты думаешь, он знает, кто это? Ну так, блядь, наведи мышку на моба и прочитай ник. Центурион начинает. Вообще, я умею читать, братишка. Ну вот. Уверен? Видишь, как хорошо, удачно, что ты умеешь читать. В тот раз кто-то еще просто крутился, кроме Центуриона. Я ему дал не знаю. Наверху они крутят. Легионер какой-то. Наверху. Да и царь постоянно крутится. Да, царь крутится. Давай, я того в корне. Никто мобов не ударит. Хорош. Ладно, кончи так и бей. Я посмотрю на все это. Все РДД играем в Центуриона. Алло. Ты говори алло, чтобы было посерьезнее. Алло. Вот так вот. Луло. Луло. Сам ты лололошка. Улолоев. Прикинь фамилия Улолоев. Алло. Будет кукол. Алло, да онлайн. У нас, короче, был челик в гильдии, но у них был кукувася, короче. Это вообще жесть. Там мемов столько про него поделали. Приветствовал своему нику, о-го. Да? Mm-hmm. Понятно. Как нельзя лучше. Боэт, спустись чуть. Так и быть. Спасибо. Бать, тут цифры вылетают. Ну. В протоварены. Yeah. ДД шмотник. Тебе говорю, протовар ДД си. Блять, помолчи, а! Протовар ДД, блять! Не беси меня, на! Хорош!
Кстати, почему-то на этом сервере никто не делает протопала ДДНФ. Еще один, блядь, придурок, на! Я буду потом делать. Да нету смысла, даже ПВП не говно. Почему это? ПДК ДД в танке шмоть никто не делает. Алиса делает. В ПВП как бы это по-пидорски не выглядело, они очень полезные протопалы. Во-первых, их хуй бьёшь. Да, особенно с тринями этими, когда ПВЕшку не цепить нельзя, прям... Я выведу рыцарь. Супер полезность, блядь, от Центуриона. И... Да. Ну побегай на БГ, поймешь, чем они полезны. На БГ я не спорю, я тебе про арену. Ну. Про арену тоже, блядь. А нахуй не нужно. На арене хуй знает. Ведь и не про товары, которые ебало ломают. А нахуй мы императора вообще слушаем? Я уже не понял. Согласен, блядь. Нет. Мы с императором, блядь, сходили в нахуй. Император, ты знаешь тактику? Он говорит, да. Ебать, ты нашел кого слушать, император. Так мы сходили в нас 25, нихуя не выбили, на час потратили. Ты пропустил, ну, залагал, когда что там он делал в Наксе. Он сказал, что знает тактики, мы сходили, нас было 5 человек, потом в итоге стало 25 и так же байк. РДД по метками вводит, остальных забирай. Ой-ой-ой-ой, сила пропала. Этот Кровостраж тоже, да, делает? Угу. Бобо делает. Но он бьет физическое, вот этот Центурион магический. Значит, ему можно. Мастер, ты воронку забрал? Что? Мастер, ты воронку забрал? Да. Какого еще надо? Нет, тут просто написано было в чате, что я выиграл, а я смотрю. Это на каком расстоянии можно летать, чтобы не умереть? А, кстати, ой, назад, ты видел, да? Адон показывает такой поглощение. Т-т-то седьмого, то пятого. Может, Тазум откроет сегодня четверку. Шредеру я аж, он по очереди шел. Да сколько он ему там надо-то? Было 4 надо было, 2 продал, еще 2 есть. Но он же забрал 2 шмотки. В позапрошлом КД, помню. Или в прошлом. При первом убийстве, блядь, забрал. Шреда, забери того. Да не этого, вой. Ничего, сейчас даже это напялит эти 5 штук. Потому что это говно, и я вот с гильдии. Тёмный. О, еще одна ворота. Отойдите, вихрь. Ну ладно, стойте. Войт, кого ты держишь? Руб-детектор. А им не все можно вихрем сбить, их вихрь. Увы. Нету больше ворон, чем... Это пиздец называется, выскочил в одну минут. Встретил соседа, короче, там своей подругой, блять, поссорился, куда-то свалил. Плакался, блять, не о жизни, как все хуй. Ты ему скажи, что у тебя тоже хуёв, без Т5 ДПС. Друг друга поймете. Он еще мал и глупый, не видал больших залу, блять.
Ты, а ты посмотри, да, мало прожимок. Она ведь с голову твою. Вот другие собирай. Нихуя себе, свои деньги даже купишь. Мастер, тебе сколько отдали боешек? Думаешь, я помню. Надо сумки искать, там. У меня сортировщика стоит. Хуёво сортирирует, конечно. Вроде все, а вроде нет. Ну расскажите, что тут. А, давай, мистер, я тебе верю. Хорош. Ребята, я, кстати, всегда хотел задать вопрос. А зачем, на этом боссе, а зачем мы бабу отводим далеко? Зачем вообще что-то отводим? Нет. Да. Отводить что? Ну, потому что турбо. Турбо. Почему? Когда-то был трай, когда мы не отводили. Она, короче, кидает вот эту дезориентацию, во время которой тебя бьет очень сильно огнем. Она еще кидает и в миликов. Понял? Да, если РДД типа, могут... А типа если за келя завести ее? Не, ну смотри, если ты его возможно. За келя заведешь... то вот этих боссов, которых вот допустим, вот сюда кружок, да? Вот если вот за спину келя, так поставишь, уже нормально. Так бить, она кинет эту нормально. Херню. Это хорошо за келя. Смотрите, вы квадратик будете катить по этому кружку. Ну, ладно. Его не обязательно по кружку катить. Второй раз, когда их резнут, давайте лучше убивать будем катить. Так, как убивали. Все нормально. Я просто спросил, и все. Ну, ладно. Потом тогда как-нибудь. Не, нас просто 4, был пускай, когда-то такой трай, миликов доставал и убивал. Я думаю, что на пауэрщик нужно привыкнуть к этому, к смене тактики, ну то, да. То есть ротаций. Под протоку факт, всем там покажет, да, насколько я помню. Или не обязательно. Ну, сейчас Шреддер с 11 на 10 место аж перепрыгнул. Так, смотрите, короче, у босса опять фаз. Первая фаза, мы бьем вот этих чуваков. Квадратик, мы кайтим там на той платформе, где сейчас эти все мобы стоят. То есть с этой платформы его не выводим. Кого он меняет цели, просто кайтите, бегайте по этой платформе. После квадрата будет активная печенька, я метку поставил, куда ставить. После печеньки будет активная луна. Луну я отвожу отсюда в конец комнаты, соответственно. Пока я луну веду, никто не бьет, кроме турбо. Треугольник будет четвертый активен, его котлас ты поставишь, видишь, куда кредометка. После это вся первая фаза. Вторая фаза, появляется оружие. На оружие, которое я заберу и отведу в сторону босса, где стоит квадратик. По тем оружиям будут играть все РДДшники. Остальные танки цепляют остальные оружия и держат по центру примерно этой платформы. После этой второй фазы оружия подбираем оружие, появляются опять вот третьи мобы, все четыре одновременно. И мы их будем заливать этими же оружиями, которые мы убиваем, то бишь ихними оружиями.
если вы не поняли. После этой фазы будет активен кель. Келя будем бить на платформе. Он берет в контроль, будем сливать свои прожимки ТДТП. Пятая фаза, он будет подбрасывать. Короче, левитация. Как она? Не левитация, скажите мне это. Гравитация, во, гравитация будет. Вы будете должны взлететь, не спускаться на землю. То есть вас подбросит, вы набираете между собой РНЖУ и продолжаете бить боссов, РДДшники. Милики вообще можете подальше отлететь, только не в Долоран, как вы это любите делать. И на гравитация, по-моему, там длится 15-20 секунд, я не знаю. Вы будете должны за 3 секунды до того, как заканчивается гравитация, как можно ниже спуститься на землю. Только не до конца спуститься, потому что вас опять подбросит. Там, если короче, вы не... вас разобьют. Там высота, на которую он начинает отталкивать, вот где за... они стоят, стоят столбы с такими магическими хренями, рунами. Вот. Если ниже нижние руны спуститься, вот крутящиеся, то тебя будет отбрасывать наверх. То есть не ниже ее, держитесь и все. То есть смотрите, по окончанию гравитации вы должны быть на той высоте, от которой не разобьетесь. Где-то это, я не знаю, метров 15-20. Ну я объясню. Ну, Феникса, Феникса. Я не знаю сейчас на боссе кто будет, Котлас. Ты не выше плечей этого, точнее даже мантии Келя. Где-то вот так надо летать, не выше. А вот где колонны, где вот эти две штуки между ними? Котлас, смотри, твоя задача с Вайдом будут, когда будет активен босс, вот этот кель, да, появляться будут фениксы. Но помимо фениксов будут еще... С Котласом, потому что вы ДКшники, и у вас есть ЛПшка. У меня нет ЛПшки. Все, тогда на тебе задача, будешь сбивать каст, ты понял, да, это... Келю будешь каст сбивать, потому что он кастует, например, вот этих 4 фаербола, потом идет пиробласт. То есть, почему чтобы не было пока? Пиробласта. Пиробласт он кастует, когда шоковую на себя вешает. Не, смотри, у него получается, я так понял, но вот я заметил в прошлый раз, когда я его танчил, если проходит 4 вот этих фаербола, их никто не сбивает. Появляется у него каст пиробласта. Во время этого каста пиробласта он на себя вешает щит. Чтобы сбить этот пиробласт, который шотает, надо пробить щит вот этот 800 кхп. То есть я так понял, если сбивать вот эти фаерболы, вот этого каста пиробласта не будет. Но это я так заметил. Может, я не знаю, может я ошибаюсь. Просто проверь мою теорию и точно скажешь. Так, что там? А, сделаем следующее. Смотрите, секунду, подожди. Смотрите. А. Будет появляться лужа, соответственно, такая огненная, под, ну, в рандомном месте. Вы должны моментально с этой лужи выйти, а не то вас шотнет. Короче, кто не знает тактики, оставайтесь, либо смотрите видео на канале Вайда, там ссылки есть. Вы в описании знаю, под видео, да? Ага. Ну ты вроде все рассказал, Миктор, или еще что-то. Не, все, тут больше ничего нету. Главное на воздушной фазе между собой держать расстояние. Ну а с Котласом мы этих потанчим, ничего там страшного. На боссе будет Войд? Да. Котлас, смотри, наша задача, когда будет активен кель, когда он один будет. То есть сливаем притяжку и зеленку по КД. Понял? Потому что нас так же самое может законтролить. Хорошо. Ой, тут есть что-то, что вайпает рейд? Да. Что? Все. Мощный удар щитом. У кого? Мощный удар щитом обычный. Кстати, насчет мейн танка, тот, кто на боссе, я не знаю, его, по-моему, не контролит. Да. Нет, не контролит. То есть его тот, кто боссе, его, по идее, в контроль не кидает. Ну вот, будешь смотреть так же самое, я не знаю, давай распределим, короче, прожимки, просто будем давать перед контролем, да и все, они у нас будут откатываться. Ну, я бы не стал свою прожимку отдавать, а то вдруг глыба на полетит. Ну ты щит проюзаешь, что ты? У тебя щит будет. Так, где у него там 30? А хотя этот щит, он летает, ну,
этот пиробласт, по-моему, он в рандомного летает, если я не ошибаюсь. Я вот тоже не знаю, в рандомного он или в танка будет. Неизвестно. Нет, не нарал. Все так же, как с непобедимым. Все, кто получил непобедимого, уже не получат финис в ближайшее время. В смысле, подожди, так он анролом идет или что? По желанию РЛ. Понятно. Так, стопэ, давай-ка это все дело по ролу сделаем, а? Ну, стоп. Как бы да, так будет честно. Ну, потому что я... Давай. Видишь, видите ли, разница между конем и фениксом очень огромна. Дело в том, что конь падает 100% вероятность с лича, а феникс падает 1% или 2% дропа с келя. Поэтому я считаю, что феникса можно оставить на ролл. Да. А коня распределять РЛ, ну, я думаю, должен, обязан, потому это что... Это по-правильному. Да, я справедливо. Вот я так думаю. А вы как хотите? Честно скажу, мне и на феникса насрать. Мастер, слышно? Фломастер. Фломастер. А, смотрите, важное, что я не сказал. Когда будем бить Келя, это то бишь третья фаза, когда он будет вызывать фениксов. Я, Котлас, возьмем феникса на агрим. Все РДД начинают играть по фениксу. После того, как феникса убьем, появляется яйцо. В это яйцо свитчаются абсолютно все. И РДД, и милики. Дайте шкаф вот Шреддера сумануть. Может, как в прошлый раз, Чолан просто будет координировать. Я вам, блядь, все скажу. Только не дохните по хуйне. А тут по фласкам что-то пить надо? Мастер, ты слышишь, нет? Всем на ДД фласки. Фласки ДДшные, сапроты не нужны. Кому нужны ДД фласки? Кто не знает, что делать на взлетке, сразу скажите, блядь, и все. Потише, кто не знает, что на взлетке делать? Я тут первый раз, но послушала, как бы... Короче, взлетка тебя подбросит. Видишь кристалл справа? Внизу хуйня крутится. Вот на уровне этой хуйни надо находиться. Не выше. На расстоянии. Если будешь выше, упадешь, сдохнешь. 15 метров. И рейндж друг от друга, да. В коте не сдохну. Ну, неважно. Ты, если будешь выше, если забудешь кота, умрешь к херам собой. Да, я понимаю. Высоко подбрасывает, даже возможно. Самое главное рейндж. Чем ближе к друг другу, тем больше в тебя влетит из соседей АОЕха такая. Типа молнии, как на Джаркусе. Честно, я не вижу смысла саппорта пить. Я в прошлый раз был без саппорта. Саппорты пьют только танки. Чуваны, на которые танчат Келя. Ну тогда саппорты пойду сейчас дам, да и все. Что мы решили по Фениксу? Ролить будем. Полностью ролить. Нахрен мне Брелла дали? Наркоманы хреновы. Так он не падал. Че Рейл решает? Я... Блять, я могу повести, но лут-то я не хочу с этим аддоном ебаным париться. Я никогда его не открывал. Так ты лутера, дай просто микстурки и все. Я не хочу что случайно нажать, забагать и распылить какую-нибудь хуйню случайно. Ладно, сопрут 2 часа. Только из-за этого. А, смотрите. ГП будет так же само за вот этот квест-итем, с которого падает шея.